Добрый вечер. Мы касались на прошлом уроке нескольких вещей, напомню. И прежде всего определить, какие работы в праздник они да разрешены, какие работы остались запрещенными. И те работы, которые да разрешены, насколько они все-таки ограничены в их использовании. Вот. И, безусловно, здесь есть сложный момент, поскольку да, есть разрешение готовить, пользоваться, вот. Но при этом это разрешение идет с ограничением. И вот эту вот линию ограничения установить, это как бы наша самая главная задача, и она непростая задача. Заранее хочу сказать следующую вещь. На прошлом уроке подняли совершенно правильный вопрос, и просто я порадовался лично этим вопросом. Смысл праздника, потому что когда вы видите сложность техных работ, где можно, где нельзя, возникнет желание, чтобы все это не усложнять, делать как шаббат, и на этом закрыли тему. Вот. Но тогда уходит главный момент, то, что праздник есть, мы которые говорили на прошлом уроке, это радость от праздника. Причем мы говорили о том, что чем шаббат отличается от праздника, безусловно, шаббат тоже должна быть радость, без этого никак. Но при этом в праздник есть отдельная мицва Торы, которая называется радость. Да? Мы должны праздник радоваться. В частности, эта радость Всевышний подчеркнул тем, что мы кушаем свежую еду, ту, которую мы приготовили в праздник, потому что она доставляет особую радость. Вот. Но направление таково, что в праздник у нас есть какой-то, скажем так, свобода действий, которая позволяет нам сделать что-то по нашему желанию, устроить это по тому, как это удобно нам. Поэтому если праздник ограничивается полностью до субботы, до тех храмов, которые даны субботой, то этот момент он может быть исключен, и это неправильно. Поэтому очень важно постараться где-то уловить вариант свободы и использовать его, правильно использовать его, и не пугаться как бы о том, что здесь все очень слишком сложно. Но сложность есть. Вот я приведу пример. На прошлом занятии мы говорили с вами, спросили вопрос по поводу, какие инструменты специальные разрешаются в этот праздник, то, что в шаббат запрещено. Вот. И говорили, в частности, о отборе. В отношении отбора и я давал примеры, где это да разрешено, вот. Но здесь нужно все-таки установить главную линию. Главная линия в отборе, я говорю, главная линия то, что установлено Мишна Брура. Мишна Брура сама установил. Это линия да устражать. Что значит устражать? Это означает, что изначально мы исходим из того принципа о том, что все работы земляные работы, то есть то, что требуется для подготовки хлеба, сеять, распахать, засеять, взрастить, собрать, отбор, так, то есть все, что доходит до процесса замешивания, так, эти работы, они считаются изначально запрещенными мудрецами, вот, потому что все-таки они имеют отношение к еде, к радости от еды. Но поскольку мы сказали, нужно тратить много времени, и это работа, которая идет в больших объемах, на поле, полевые работы, то, что называется, поэтому мудрецы запретили, опасаясь, что человек может таким образом весь день заниматься полевыми работами и не радоваться празднику. Теперь, и здесь входят два исключения. Это отбор и толчение, так, наверное, нужно перевести на русский язык, так, измельчение. Так, вот это две виды работы, которые они являются исключением. Что значит исключением? Они, в принципе, входят в тот же самый список запрещенных работ. Их тоже нельзя делать на большом количестве, на много дней. Но если это делается на сегодня, так, то есть, да, это собирается сделать на один день. Сегодня мне нужно это сделать. Я придумал пример. Допустим, у вас есть мука. У вас есть мука, ну хорошо, мука, наверное, мало кто захочет в наше время испечь что-то, но всякое бывает.
давайте скажем, мука, мука, вот, уже отобранная заранее, вот, но попал туда, я знаю, там грязь какая-то, камень, вам хочется его вытащить. Понятное дело, что вы сейчас будете вытаскивать этот самый камешек из муки, только потому, что вам сейчас нужно приготовить эту муку. Вам ясное дело, что этот отбор не делается на много дней. Понятная вещь. А просеять муку? Просеять муку нет. Там все дело. Это вещь однозначно нужно делать заранее. Однозначно. Потому что просеивание делается... мало того, что само по себе процесс просеивания, это вещь, которая делается обычно на много дней. Так, по крайней мере, было в свое время. То, что сейчас это делают не так, это уже не параметр. Вот. Но раньше это делали на много дней. Вот. И кроме того, пользуются специальным предметом, то есть ситом. А ситом однозначно нельзя, никто не разрешает пользоваться им. Я прочитала Мишмагу первую. Так. Там написано «Хуцми клей абудали охоль нефиш». Что клей абудан дам, это разрешается? Разрешается, да. «Хуцми охоль нефиш, хуцми клей абудали, хуцми шамбар». Махширей. То, что вы читали, называется «Махширей охоль нефиш». «Махширей охоль нефиш» действительно такое написано, вообще правило. Но как бы мы как раз занимаемся понять, что является такими самыми махширем, которые разрешены, и в каких случаях они разрешены. То он все дело, что тут эта фраза на общее, нужно ее конкретно объяснить. Прежде всего идет речь о том, что когда человека не было возможности сделать это до праздника, не было возможности. Так? Нет. Возможности, время — это немножко разные вещи. Это нет возможности, приводится тот же самый Мишны Брури. Допустим, когда человек вышел из тюрьмы. Но не было возможности у него это приготовить. Да? Спрашивают там, можно ли ему зажечь огонь. Или он пришел, это в пустыне, это был, только вышел из пустыни, нет у него возможности, так, нет кого получить огонь, можно ему зажечь. Такого рода вещи там указываются, понимаете? Вот. Но так, когда человека там времени хватило, все такое, это уже вещи, которые, в принципе, в отношении махширей, то есть то, что называется предметы. Можно, но до него до сита можно же дотрагиваться? Что-что? До сита можно, как бы, это же лё мук те сита. Дотрагиваться до мук, до сита? Нет. Вещи, которые... Давайте определимся. Вы говорите о том, что можно ли вам передвигать сито, это раз, либо пользоваться ситом, это другой вопрос. В чем за вопрос? Прежде всего, мы сказали о том, что нельзя его использовать для того, для чего он используется, то есть просеивать, это нельзя делать, потому что обычно ситом это пользуется на того, чтобы перебрать большие количества. Именно это мудрецы запретили в праздник. И второй момент, после того, как она запрещена сито, то здесь возникает, безусловно, вопрос, что она не является мукцией, но она является клишем лахтоли исур. То есть его можно решать, перемещать, но опять-таки с условием, что вы перемещаете это для его места, либо того, чтобы этим ситом поколоть орехи. Вот. Так, но для таких случаев, других случаев, по идее, это нельзя делать. Так? Вот. И кроме этого, мы сейчас как раз будем говорить, какие именно идет... Я скажу, потому что в прошлом уроке спрашивали вопросы, я постараюсь на этом остановиться, в том числе, за душем. Вот. Так вот, упал этот самый камешек. Мне нужно его выбрать. Ясно видно, что я делаю это специально только для праздника. Вот. Тем не менее, разделились мудрецы, можно ли это делать. То есть, значит, можно ли это делать. Могу ли я вытащить этот камешек руками? Его можно вытащить. Но вопрос в том, могу ли я его вытащить непосредственно рукой, либо я обязан сделать это измененным образом. Спрашивают, каким образом? Измененным образом. Я знаю, там, допустим, сделать это... непосредственно рукой там перевернуть каким-то образом. То есть не делать, как обычно мы делаем отбор, то есть я просто это в обычный день что беру, вытаскиваю рукой и кладу в сторону. Вот. Хайе Адам, он как раз тот, который это, он показывает, что есть два мнения. Вот. И Мишна Брура пишет, что такие слова, что правильно все-таки стараться устражать. Вот. Я этот момент уточнил также у Рав Гольмана, он сказал о том, что изначально, поскольку в момент отбора, из-за того, что очень-очень много разных мнений по поводу, что разрешено, что запрещено, в отношении отбора изначально надо стараться устражить и все, что нужно отобрать, допустим, рис, если вы хотите готовить, это все отбирать заранее. Так? Вот. И, безусловно, когда у вас получилась такая ситуация в сам праздник, что вам нужно что-то отобрать, и видно, что это вещь, которая именно для самого праздника делается, то есть небольшие количества, и вам сейчас это нужно, например, не сейчас, а в этот день это нужно, вот, то разрешается сделать. Единственное, что нужно устражить и сделать это измененным образом. Так, устражить и сделать это измененным образом.
Вот. Что да, разрешается в отношении отбора, и это важно знать, что нет запрета делать вещи, то есть отбирать вещи для немедленного пользования. То есть я могу в первую трапезу отобрать то, что мне нужно на третью трапезу. Это разрешается делать. То есть нет требования делать леальтор. Этого нет. Так. Вот. Теперь, второй момент отношения отбора. Это то, что мы можем пользоваться не специальными предметами для отбора. В частности, это маклев. Говорили на прошлом уроке, маклевом можно пользоваться. Так? Либо когда у нас, допустим, мы говорили, есть сито в чайнике, тоже разрешается делать. Почему? Потому что эти предметы, сами по себе, они свидетельствуют о том, что их не используют для большого количества, как сито. Так? Только то, что нужно непосредственно нужно на сам праздник. Маклев почистить там 1, 2, 3 морковки, там, картошки, то, что нужно сделать. Так? В ней используют для большого количества. В принципе, так люди не пользуются этим предметом в основном. Вот поэтому это да, можно пользоваться в праздник. Тоже в отношении толчения, измельчения, такого вида работы. Мы отдельно будем говорить по поводу нее, что-то значит размельчать, как можно размельчать. Я просил, чтобы по уроку Шаббат кто-то учится, именно этот раздел учить. Вот. Но пока я хотел коснуться только вот темы, которая связана с инструментами, которые пользуются, то есть терка, которую мы пользуемся обычно в будние дни, и разрешается ей пользоваться также в праздник. Разрешается. Единственное, что те вещи, которые... виды пищи, которые вы знаете, что вы могли бы натереть заранее, и они бы не потеряли свои вкусовые качества, так, эти вещи нельзя натирать это в праздник. Их нужно натирать заранее. Но есть это вещи, которые нет проблем натирать. Так, мы с вами поговорим об этом, допустим, там яйцо, да, вещи, которые не произрастают из земли. Вот такие вещи изначально, в принципе, нет проблем натирать. Так. Вот, то такие вещи можно натирать это в праздник, вот. Либо вещи, которые вы знаете, что их именно важно в праздник сделать, потому что до праздника они потеряют свою свежесть. Вот. И такие вещи тоже можно натирать, это специальный, то, что называется на иврите пумпия, да, терка, вот, можно натирать в праздник. Да. Можно тоже пользоваться. Да, тоже можно пользоваться. Опять-таки по тому же самому принципу. В принципе, вилка считается специальным предметом для толчения, но те вещи, которые, допустим, банан, я знаю, что если бы я сделал этот банан заранее, он был бы совсем не того вкуса, который, если бы сделал его в сам праздник, значит, я могу этой вилкой пользоваться в сам праздник толочь. Так? Пока понятно, да? Да, по этому же самому принципу, совершенно верно. Совершенно верно. Спросили на прошлом уроке как раз этот вопрос, да, по поводу чесночницы. Как раз это тоже, получается, можно пользоваться. Был также вопрос, уже касаясь этой темы, по поводу того, что в чайнике есть, я даже не знаю, это не на иврите, не на русском, не знаю, как это назвать. Так что в чайнике, мы сказали, есть такой типа пресса, да, чтобы отжать эти самые чаинки, да, чтобы воду отделить от листиков чая. Да, всем понятно, о чем идет речь? Вот. И мы сказали о том, что здесь есть сомнения. С одной стороны, это предмет, которым делают небольшое количество, но с другой стороны, связан с отжимом. А отжим – это тот вид работ, который как раз мудрецы запретили. Запретили в праздник делать. Да? Палка о двух концах здесь получается. Вот. Что? Я прочитала, что там написано только делать яин в шеме. Что? Вы говорите? Это же самое первое. Он пишет, что только Яйн Вишемен. Яйн Вишемен – это то, что запрещено Торой. То, что запрещено Торой. Но есть, помимо этого, ряд вещей, которые мудрецы запретили просто в силу того, что человек делает это в больших количествах. Понимаете? Более того… мы сказали, потому что мудрецы видели, что есть… Мишнабрура пишет, хоть мне Яйн Вишемен. Нет, нет, нет. Если вы хотите, мы откроем Мишнабрур, вы увидите, что это не так. Это не так. Вот. Там нужно уточнить немножко. Да? Это не так. Безусловно, Мишнабрур запрещает это, Вира запрещает это до Мишнабрура. Тур запрещает об этом, Шулхан Арух запрещает об этом. Так, мудрецы до Мишнабрура это запрещают. Так? Вот. Яйн Вишемен – это то, что запрещено Торой. В субботу, в праздник, это запрещено Торой.
Вот. Но есть помимо этого много вещей, которые люди приняты отжимать. В наше время это отжимает практически все, даже кактус. Вот. Всего делают сок, я не знаю, в каком количестве там кактус присутствует. Вот. Но, по крайней мере, отжимают все. И поэтому явно запрещают отжим такого рода вещей. Вот. И, соответственно, вот этот самый пресс тоже нельзя этим пользоваться. Совершенно домашнее устройство, делать небольшим количеством. Но поскольку им используется, делается эта работа, которая запрещена делать праздник, то таким предметом я тоже не могу пользоваться. Да? Вот. Спросили также по поводу друшлаг. Так, можно ли пользоваться это в праздник? Соответственно, если мы говорим о том, что то, что видно по предмету, что его используют для небольшого количества, так? Вот, то это да, разрешается праздник. Да, разрешается праздник пользоваться. Теперь, Рав Гольдман здесь сказал, что, допустим, фильтр, который установлен в доме специальный, так, для людей, которые не пьют воду из крана, то, что называется на иврите макпидим, макпидим, да, вот, то считается этот фильтр, по его мнению, это аппарат, которым обрабатывается большое количество. И таким образом, для такого рода людей нужно устражить фильтром не пользоваться в праздник. Для такого рода людей. В праздник или в шаббат тоже? В шаббат, опять-таки, для такого рода людей тоже, безусловно, конечно. Просто в праздник есть здесь, на момент, что вроде бы охель нефиш, да, могли бы разрешить, но тем не менее, поскольку именно это специальный аппарат, который обрабатывает большое количество воды, поэтому, тем не менее, это запрещается. А о каком фильтре идет речь? Маленькие бритты или которые стоят? Нет, именно которые стоят специально там. Маленькие, по идее, да, это не специальный аппарат. Да, 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 да. Там небольшого количества. Насколько это... Что значит макпидим? Если, например, если у меня есть дома фильтр, я буду пить только из фильтра, но если дома фильтра нет, то если хочу пить, я буду пить... Это не называется макпидим. Это не называется макпидим. Нет, 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 да. Я лично знаком с человеком, который говорит, я не буду пить, если это без фильтра. Я лично знаком с таким. Если он будет хотеть пить, он не будет пить. Но он говорит уж сам. В крайнем случае уж. По идее, это макпит. Вот. Ну, есть такие люди, я сам лично видел. Вот. Аппараты, те или иные аппараты, даже пускай это будут механические аппараты, которые тоже обрабатывают большое количество вещей. Обычно таким аппаратом обрабатывают большое количество вещей, то есть большие объемы вещей. Тоже, по идее, они должны быть запрещены. Вот. В отношении мясорубки есть большое разногласие мнений. Есть те, которые разрешают, вот. Есть те, которые запрещают, вот. Есть те, которые запрещают там, для мяса, для других вещей, разрешают. Опять-таки, в этом как раз пункте, который мы с вами обсуждаем, какие предметы много обрабатывают, большое количество обрабатывают. Мясо обрабатывают в большом количестве, там, а лук не обрабатывают в большом количестве, значит, для этого можно мясорубку, для этого нельзя мясорубку. Поэтому, если вас интересует мясорубка механическая в праздник, то это нужно будет отдельно спрашивать у РАО. Вот, это надо отдельно выяснять у РАО, потому что это слишком много разногласий по этому поводу. Так, это в отношении отбора и специальных аппаратов для обработки, так? Это понятно? На прошлый урок не осветили одну тему, она у вас была прописана, про курение. Вот с нашим мужьям в Йом-Тов курить категорически запрещено? Сказать категорически не могу, потому что есть те, которые разрешают, но большинство мудрецов это запрещает. В наше время большинство. Лет 200 назад считалось, что курение полезно для здоровья. Вот. Ну, возможно, трубки, может быть, вы правы, действительно. Не современные сигареты. Вот. Возможно. Возможно, это каким-то образом. Но сейчас большинство, подавляющее большинство мудрецов, оно запрещает. Вот. Но опять-таки это. Вообще курение или Йом-Тов? Нет, нет. Ну, прежде всего, вообще курение. Вообще курение. А во-вторых, в праздник, безусловно. Безусловно. По поводу курения. Почему это не запрещает почему это не именно поэтому запрещают. Именно поэтому запрещают. Что вы думаете по поводу Кока-Колы? Я не знаю, что из них проблематичнее. Мне трудно вам сказать. По идее, вы правы. Когда я бросил курить, у меня появилось, по крайней мере, мне кажется, 4 часа дополнительных учебы. Мне так кажется. Чаще появляется нервное расстройство, неизвестно, что без
Может быть, здесь может быть свои нюансы, безусловно. Мне кажется, может быть, поэтому не все решают запретить. Опять-таки, бывает, что человек это, ну, в общем, это сложный вопрос, и его нужно решать конкретно. Вот. Конкретно с каждым человеком, который очень тяжело не курить. Шаббат мы не можем курить? Нет. Шаббат мы не можем курить. Нет, дело в том, из-за радости, из-за симхи. Симха. Человека может быть большой, то, что называется, ну, ему тяжело очень это. Вот. Я как тот, который много курил, и это было действительно тяжело. Вот. Это было действительно тяжело. Так что это можно понять, в конце концов. Топ, давайте перейдем к следующей теме. Да. Нет, это не махмирим, это запрещено. Но это такие же, как бы, лохот новый шаббат, да. Да, совершенно верно. То, что мы говорим, что запрещено, по идее, мы должны сразу перейти на шаббатные условия. Опять-таки, будут случаи, когда это, да, разрешается, но давайте разберемся пока с общей линии, вот, потому что, в конце концов, это запрет мудрецов, не запрет Торы, и есть случаи, которые будут разрешаться, но изначально мы говорим о том, что мудрецы запретили. Так же, как шаббат. Все, что не имеет отношения к... Вы, кстати, очень хороший вопрос спросили. Это надо было мне было сказать самому. Вот, что то, что не связано с едой, однозначно в отношении отбора, это запрещено. Однозначно это запрещено, потому что... Да, есть мнения, которые говорят, что поскольку разрешен бойрер для праздника, то разрешается бойрер для праздника, но это меньшинство мудрецов. Миша? А о чем вы так упомянули? Секундочку, что? Да, потому что сказали, что бойрер, он входит в тот ряд по очереди работ, которые подготовка для, да, до замешивания. Поэтому он тоже запрещен, потому что он относится к ряду полевых работ, то есть то, что делается в больших количествах. Вот. А разрешение переноса вещей – это вещь, которая разрешена была специально, потому что это непосредственно касается приготовления. Вот. И человек не делает обычно перенос, но это не связано с тем, что он большим количеством что будет делать. Не опасаясь на этот счет, мудрецы. Да, пожалуйста. Кто? Что? Нет, бойрер. Отбор. На иврите просто сказали. Слово бойрер сказали. Отбор. Барух Хашем, у нас есть разные имена. Это. Барух Хашем, здесь разные. Топ. Теперь следующая тема, я хотел бы коснуться, это мукция. Заранее извиняюсь, мы с вами мукции не проходили, поэтому держитесь, будете штормить. Вот, но надо коснуться все-таки этого момента. Есть, во втором томе. Во втором томе есть большой, это раздел номер 19. Большой раздел. Вот. Те, которые закончили читать все то, что мы учили, я всегда советую сразу переходить на тот раздел, потому что его можно читать. Урхот Шаббат, второй том, да. Вот. Но если вы уж будете приобретать его, то я советую, ну, лучше купить с третьим томом, потому что найти, какое мукция вам разрешено, запрещено, находится в третьем томе. То есть... Если вам нужно быстро найти, то это нужно третий том. Ну, там вообще замечательно. То, теперь, значит, в отношении мукции. Прежде всего, давайте начнем с того, что такое мукция. Это тема, которая у нас просто врезается в наше... Давайте начнем. Значит, прежде всего, мукции мудрецы запретили. Так, почему? Почему запретили мукции? Что там мукция, уже зависит от этого. Мудрецы, есть разные мнения. Рамбам, Раши, вот, есть, это, значит, одно из мнений говорит о том, что если человеку, мудрецы не запретили бы мукции, то у человека было бы много вариантов, возможности нарушить запрет Торы. То есть совершать те или иные виды работ, которые нельзя делать. Поскольку есть запрет мукции, у человека есть все время ограничения. То, что его останавливают не перемещать лишний раз вещи, подумать, прежде чем он будет что-либо перемещать, так? Быть все время, то, что называется, в состоянии боевой готовности. При этом чувствовать радость и удовольствие от праздника и субботы. Вот. Надо совмещать это искусство, это большое искусство. Вот. Так. И
И поэтому мудрецы запретили ряд вещей, которые переносить это, в праздник и в субботу. Значит, прежде всего, в субботу запрещено мукце. Что называется такое мукце? Слово легакцот. Каце, да? То есть поставить на край своего сознания. Так? То есть вещи, которые человек говорит себе, они мне, в принципе, не нужны в субботу. Нет в них надобности. Соответственно, он их как бы ставит на угол, это, на дальний угол своего внимания. Так? Вот они будут им пользоваться. Вот. И поэтому эти вещи для него становятся просто как бы... Они для него находятся в другом мире. Поэтому он их не может перемещать. Пример такой, самый простой, камень. Камень человеку не нужен обычно в субботу, если он специально его не, для этого не отвлечет, не предназначил. Ему не нужен в субботу. Поэтому этот камень является такого рода мукцией. Или деньги. Так, в субботу деньги не нужны. Вот. И поэтому, соответственно, тоже является мукцией. Так, я просто привожу пример. Теперь, помимо предметов, которые сами по себе созданы это, так, Всевышним, то есть природе, предметов, которые никак не подходили, не подлежали обработке человеком, такого рода предметы являются мукцы, то, что называется мукцы Махмат Гуфо. То есть сам по себе предмет он является мукцем. В силу того, что он просто-напросто ни для чего человеку не, он, человек ни для чего его не предназначал. Вот. Помимо этого есть также мукцы из-за того, что он связан с каким-то запретом. Пример этого, допустим, горящая свеча. Само пламя является мукцей, потому что я не имею права его тушить, соответственно, она является мукцей. Так? Вот. Что-что? Погасшая свеча, это называется басис, то есть она база для того самого пламени, которое там было. Эту базу нельзя переносить. Но опять-таки, при условии, если вы там сделаете, сейчас не будем ходить в эту подробность, есть случаи, когда можно. Я пока начинаю с субботы. Так? Пока начинаю с субботы. Так? Вот. Но в то же время предметы, которые, допустим, человеку, ну, они не совсем приятны. Допустим, раньше пользовались глиняными чашечками, допустим, чтобы там зажигать свечи. И эти чашечки, они, судя по всему, они не совсем приятный запах имели. Вот, то, что называется маус, то есть неприятно человеку. Вот, тем не менее, это не являлось мукцией. Не является мукцией. Это разногласие между мудрецами, но на лох принято о том, что это не является мукцией, такого рода вещи. Либо, допустим, у человека есть магазин, здесь же, рядом в соседней комнате, допустим, магазин. В этом магазине он продает, допустим, платье. Так, вот. То есть он эти платьями дорожит, что они должны быть в хорошем состоянии. Можно ли ему такое платье взять и одеть в субботу? По идее, да, можно. По идее, это можно делать. Вот. Так. Теперь, так вот, это то, что в общей форме, то, что запрещено в субботу. Помимо этого, в субботу запрещено еще то, что называется инструмент, которым человек пользуется. То есть все, что создано рукой человека. Да, он сделал какой-то предмет. Такого рода инструмента запрет более, на более низком уровне, нежели у предмета, который не подлежал обработке человеку. Так? Нет, прежде всего, я начинаю с общего. Что-что? Ножи, допустим, не запрещены. Я имею в виду, что не вообще все инструменты, а только те, которые будут запрещены на работу. Нет, я прежде всего хочу разделить между двумя вещами. Поддавалось обработке человека, не поддавалось обработке человека. Прежде всего, нужно разделить эти два класса, потому что это самая главная это вещь, потому что с этим много-много вещей связано. Так, вот. Этих, в основном, в этих самых инструментах, то есть то, что это обработано было человеком, есть разрешение перемещать эти предметы, когда нужно мне место, которое они занимают, они мне сейчас мешают, я могу убрать это, чтобы этим местом пользоваться. Либо когда я хочу этим предметом что-то делать, да, не его работу, его работа она запрещена, допустим, ножницы, я не могу ножницами резать, так, но если мне нужно, допустим, проколоть что-то ножницами этими, так, я могу взять ножницы и проколоть этими ножницами, так, вот, безусловно, есть, как здесь указывают, что есть предметы, которые будут запрещены, инструменты, которые будут запрещены как мукцы, пример тому, допустим, нож Мойля. То есть этот нож, который делает брит-милу, это нож специальный, особый, это тонкий, им дорожат. Вот. Это предмет настолько, да, что он становится мукцией. Да, пожалуйста. А можно пакет с молоком открыть, чтобы от ножницы?
Можно ли пакет с молоком открыть с ножницами? Не кухон, ну как бы обычный. По идее, правильно это делать ножом. А это не правильно. Если обычный день, это ножом. Что-что? Если обычный день, это ножом. Нет, дело не в том, что как вы делаете, это как принято. Это так. Я не видел, чтобы было написано, что ножницами это нельзя делать. Вот. Не видел, чтобы именно молоко открывать ножницами, это был особый запрет. Не видел, чтобы было написано. По идее, насколько мне это видится, что поскольку здесь идет разрез и ножницы для этого, то правильно можно с ножом. А вот это, которое уже прямо на кувшинчике есть, это как клещ считается? Да. Нельзя пользоваться? Вы спрашиваете, можно ли именно им нарезать? В субботу. То есть вы по субботу спрашиваете. То есть это специальный предмет для того, чтобы я мог разрезать. Именно молоко нарезать, как обычный день. По идее, должно быть запрещено как увдин дехоль. Увдин дехоль. То есть как то же самое, как маклев для яблок в субботу. Что-что? Ну, мы говорили о том, что есть ряд мудрецов, это немалое количество мудрецов, и Мурхот Шаббат, в частности, указывает о том, что маклефом нельзя пользоваться, потому что это увдин дехоль. Вот. Единственное, что для вещей, которые совсем уж не чистят. Опять-таки, вы можете встретить это, безусловно, мнение, которое, да, разрешающее, но надо знать, что это разногласие мудрецов, и причем серьезное разногласие. Что считается, что маклеф в субботу, он для вещей, которые, да, принято их чистить, считается увдин дехоль, потому что так, это так в обычный день чистят им. То есть напоминает работу в данном случае. Да. Пакет с молоком в шаббат нельзя разрезать аккуратно, вот как обычно? То есть мы будем его в любом случае, как это называется, портить? То, что у нас спрашивают, что вот это вот специальное приспособление, если же он как раз аккуратно так делает, так это нельзя уже. Так я об этом говорил, что нельзя, безусловно, безусловно. И ножницами, кстати, по той же самой причине нельзя. Вот, потому что то, что запрещено с любыми вещами разрезать, это отдельная тема, которую мы тоже должны обсуждать отдельно. Но главное, самое главное, надо знать, это самый главный принцип, который в отношении открытия любых вещей, если можно прикрыть, открытие любых вещей, что главное, надо стараться не делать аккуратного отверстия. Это самое-самое-самое главное вещь, потому что сделать аккуратное отверстие здесь очень близко к запрету Торы. Если просто не запрет. А в нем-то можно открывать банки? Праздник можно ли открывать банки? Зависит от того, какие банки. Есть мнение, которое, да, разрешает открывать вещи. Но опять-таки, это отдельную тему, не хотел бы говорить вам сейчас слишком много, потому что там есть вещи, которые разрешают, есть вещи, которые запрещают, есть люди, мудрецы, которые разрешают. Немножко мы коснемся уже по принципу самому. Да. Нет, нет, нет. Если вы делаете это аккуратное отверстие, это запрещено в принципе. Понимаете? Если вы, допустим, возьмете. Что-что? Нет, нет, просто взять, как обычно в таком случае делать, нужно взять, просто проткнуть ножом. Вот. Причем, да, именно врезаться так немножко. Не посередине, не обязательно. Нет, нет. Можете именно у уголка это сделать, но просто сделать это немножко. Я извиняюсь за выражение, уродливым способом. Вот и все. Вот. Понимаете? Что-что? Ну, это замечательно. Это просто бридур, можно сказать, в данном случае делать. Бридур. Что-что? Там написано, что пакет с молоком можно открыть только единственным способом, если... потом это взять, перелить и выкинуть. Вот, да. Ну, то, что сказали здесь, да. Безусловно. И это единственная шарут, которая ваша. То есть нельзя просто, Молоко не нет, это нужно перелить. Это правильно, это нужно перелить. И я вам очень советую именно устражать здесь, потому что здесь очень близко к запрету Тора. Понимаете? То есть... Да. Все, что вы открываете, нужно показывать. Да, это показывает, что вы совершенно не заинтересованы в этой емкости, которая вас держит. Нужно ее изуродовать, и чтобы она действительно была непригодная, по идее. Это считается, из-за того, что это считается клей. Да. Это высокий. А если я шоку пью, это не считается, или из-за того, что я сразу по себя переливаю? Не понял, я не понял вопрос. Да, понимаете, шок в пакетике маленький. Так. Вот, я его...
Вы имеете в виду, что вы сразу вливаете в себя? Нет, нет, ну вы поймите, вы как бы то, что вы открыли, вы сделали сейчас фактически стакан, чтобы этим стаканом пользоваться, понимаете? То есть в этом проблема. Я сейчас создал, тем, что я открыл его, я создал фактически, завершил создание предмета. Ну, если этот стакан поставлен на стол, он же уже не стакан, он все выльется. В вашей руке? Вы правы, да, вы абсолютно правы, с точки зрения законов Тумы, допустим, это не будет клей. Вы правы. То есть, действительно, есть в Торе предмет, который не может стоять для натирать льда, ему не является клей. Есть вещи, безусловно, вы правы. Но поскольку у нас здесь законы субботы, и есть все-таки мнение, которое говорит, что здесь может дойти до запрета Торы, именно из-за этого я говорю, что устражить, понимаете? Пускай будет одно мнение, которое запрещает, большинство разрешает, но он говорит, что это запрет Торы, здесь нам нужно быть осторожным. В отношении отбора праздника, Рашбо, тот, который запрещает, говорит, что это запрет Торы. Так, большинство не говорит, что это запрет Торы. Но он сказал это. Один сказал, что это запрет Торы, все. Все идет, начинается крен в сторону того, чтобы устражить, изначально не делать, стараться изменить, в общем. В этой теме Ромопольский устражает? В какой теме? Может, нужно именно переливать? Да. Да, 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 да. Именно потому, что здесь мы не знаем, где граница точная, но не называется уже кли, сосуд. Понимаете? Потому что даже, может быть, такое, в наше время просто появились сосуды, которые раньше не было. Целлофановые пакеты. Такого раньше не было, понимаете? И поэтому, поскольку это, у нас нет того уровня мудрости, который был раньше мудрецов, поэтому мы не можем ориентироваться, что бы они сказали по этому поводу. Поэтому начинаются всякие устражения, понимаете? Секундочку, здесь был вопрос, да. Открыли вино в шаббат, это вы имеете в виду пробку? Вопрос в том, что вы сделали с пробкой. Но вы ее открыли таким вот образом. Нет, нет, по идее нет. По идее нет, потому что есть разница. Потому что в отношении бутылки, которая закрыта крышкой, там создание сосуда, эта бутылка сама по себе это созданный сосуд. Крышка является отдельным предметом. Это вы меня просто втягиваете в отдельную тему, это нужно объяснять, почему, потому что многие вещи кажутся странными. Вот. А вот эти вот банки? На секундочку, я завершу просто. Эта крышка, которая на бутылке, она сама по себе является кли. Когда я его раскрываю, я завершаю создание этого предмета, то есть самой крышки, создание этой крышки. И поэтому нужно ее зарыть. Как только я ее так вот, да, это испортил, да, испортил, вот, то и по идее же этого сосуда, это у меня, в принципе, если у меня эта крышка, она уже не крышка, все. Теперь я просто ее могу выбросить, и тогда бутылка сама по себе, она была создана заранее. Но опять-таки это еще нужно объяснять и объяснять, это не до конца. Что-что? Пробку в шаббат такую, без бутылки. Вынимать, а вы имеете в виду пробковую такую, это то, что? Да, можно, без проблем. Да. Да, можно, без проблем. Секундочку, там вопрос был, что, да? А иглу в шаббат. Иглу. Что? Иглу в шаббат открывать. Что я могу сказать? Если уже это получилось так, то лучше пускай это отгрызает тот, который ему 5 лет, а не 7 лет. Вы видели, да, что написано на как называется? Шлюк. Шлюк, да, это двойная такая штука, что написано там четко, что не делать, да. Не отламливать в шаббат. Почему? А, да. Ну, да, написано. Да. Там они прям пишут. Написано, да. Отламывать пополам написано. Ну да. А почему? А в чем разница? В чем разница? Я создаю сейчас. Пополам это как вот йогурты, например. Да. Их нельзя разламывать в шаббат. Это мехатых. Помимо этого, помимо того, что есть мехатых, то есть я не могу их отделять друг от друга, это отдельная работа, еще помимо этого есть создание сосуда. А если это иглу отрезать, что-то сделать и переложить? Давайте мы сделаем так. Это мы идем по тонкой красной линии, поэтому давайте я на этот вопрос я попробую подготовиться, вот, специально, если тут какой-то вариант это разрешать, вот, но эту тему мы все-таки попробуем отдельно заниматься, хорошо? Вот, насчет иглы я постараюсь, блин, это подготовить. По поводу пробки вина, я так и не поняла, пробкой закрывать можно вино? Можно, можно. Вот вы поняли, да, какая, которая внутри, но она целая? Да-да-да, можно такую пробку, которая внутри находится, можно вынимать и можно закрывать.
Да, нет проблем. Нет проблем. А если изначально бутылка была запечатана, вот, допустим, в шаббат, они же разные, допустим, бутылка с соком, она так открывается, и да. Железные, да. И колесико это падается. Да. В книжке написано, что вот такие бутылки нельзя открывать в шаббат. А бутылка с вином, ее же надо вот эту размотать сначала ленту, эту, а потом вот пробку доставать или вынимать. Так это можно делать или нет? Вы задали несколько вопросов. Ленту разматывать, либо открывать? Ленту разматывать... Ленту разматывать, это вопрос, насколько эта лента идет по четкой линии. Если она идет по четкой линии, здесь есть проблема с мехатех. Не знаю, как по-русски это перевести это слово. То есть, нет, ну, раз... Вот это горлышко, оно же сначала так запечатано такой бумажкой. Да, бумажкой. Вот эта бумажка, я сказал, что чтобы, когда вы раскрываете ее, если она идет по четкой линии, не идет по четкой линии, нет. Тогда нет проблем. По идее, не должно быть проблем. Вот, ну, во-первых, это не нужно делать, да. Ее, я вам скажу так, эту пробку, вот когда со всей этой запечатанной варианте, если у вас получилась такая ситуация, нужно просто взять каким-то острым предметом, те же самые ножницами, так, нужно проткнуть. Вот обычно у них нет рисунков. Убедиться, что там нет рисунков. Так, проткнуть вместе, по крайней мере, в том месте, которое нет рисунков, так, чтобы она стала дырявой, то есть она стала не пробка, потом открыть нормальным образом. В таком случае это так сделать. Ну, давайте пока эту тему оставим. Мукцы. Вот. Так вот, это в праздник у нас, это по мнению Шулхан Аруха, то есть для тех, которые соблюдают минаг Сфарад, добавляется мукция, которая не является мукцией в субботу. Так, то есть добавляется, как мы сказали, одежда, у вас магазин одежды. Это одежда, которая, в принципе, одежда, которой можно пользоваться, ну, с точки зрения того, что это готовые платья уже. Но вы дорожите ими, чтобы не пользоваться сейчас, а потом, допустим, на продажу выставить. Этим платьем это нельзя пользоваться, она мукцией является в праздник. Так, мы сказали о том, что вещь, которая неприятная для, да, потому что она там, допустим, неприятный запах имеет. Так, вот, то есть называется мукцы махмат миус, да, вот, это тоже становится запрещенным праздник. Так, вот, то есть получается спектр мукцев, это праздник, он более широкий, он больше запрещается. По ашкеназской традиции говорится, что, в принципе, кроме одного вида мукции ничто не разменяется относительно субботы. По сефардской традиции я сказал, что да. Вот. По ашкеназской традиции только добавляется к этому нолад. То есть мукция, которая называется нолад. Нолад на русский, как его перевести, это да, порожденные новые, да, новые, да, создание чего-либо нового. То есть запрет порождать новое, это действие, которое запрещено, это отдельная вещь, это нельзя путать. И есть, когда создало что-то новое. Пример такой, допустим, яйцо, которое родилось в праздник, допустим, да. Да. Мы сказали, что то, что неприятный запах, это новое запрещено, правильно? То, что неприятный запах, по сефардской традиции это будет запрещено. Потому что это запрещает Шулхан Арух, но Рамо, ашкеназский посек, он говорит, что это не будет запрещено. Я имею в виду просто это другой момент. Титулим, я скажу это отдельно, я указал это здесь. Опять-таки, то, что я вам рассказываю, это все находится в этом листочке, поэтому обязательно потом посмотрите еще раз внимательно, потому что там есть много деталей. Так, то, что вы спрашиваете титулим, то есть, допустим, если там, это неважно, по маленькому, большому, в любом случае, использованный титулим, который ребенок уже использовал, вот это называется графшель-рыи. Графшель-рыи, горшок, да, горшок для грязных вещей. Горшок для грязных вещей, я так перевожу это на русский язык. Вот, такого рода вещи разрешается перемещать даже руками. Даже руками. В отношении такого рода вещей, то есть, которые просто-напросто, ну, совсем неприятно, как бы, видеть, такие вещи разрешается просто взять руками, перенести. Так, вот. Опять-таки, там есть свои ограничения, это надо говорить об этом, как это переносить, все такое, но я просто говорю в принципе. Общие это вещи, которые, что да, запрещено, что разрешено. Так. Теперь в отношении мукцы, правило, которое важно знать в праздник. Мукцы в праздник, то, которое мы не собирались использовать, допустим, по сефардской традиции, это мы сказали, что запрещено.
Так, либо которые нам не можем готовить. Допустим, я знаю муку, которую не успели перебрать. Она будет являться мукцией. Так, потому что мы не можем, в принципе, праздник ее использовать. В смысле, которую не успели перебрать? Ну, успели грубую. Нет, которую используем, мы можем ее заместить. Мы можем заместить и сделать из нее. Да-да, про праздник. Я сейчас говорю про праздник. Я сейчас говорю про праздник. Если в нее камень попал, что... Камень мы должны убрать измененным образом. Мы об этом говорили сейчас. Мы убираем измененным образом, вот, и можем пользоваться этой мукой. Но, допустим, это мука, которую не перебрали, и вы не можете из него ничего делать. Праздник становится у вас мукцией. Так? Вот. То есть, такого рода вещь нельзя кушать. Не только потому, что муку не кушают, но и просто потому, что... Это является мукцией. То есть нельзя мукцию кушать в праздник. То, что является мукцией, его нельзя кушать в праздник. Ну, яйцо, допустим, это снесла курица яйцо. Вот это яйцо в праздник нельзя кушать. Яблоки, которые упали с дерева, совершенно верно. Совершенно верно. Тот же самый момент. То же самое. То что? Яблоки, которые упали с дерева, они в субботу тоже мукцы. Да, в данном случае вы правы. Правы. Да. Вот, теперь. Яйцо, которое снесла курица в субботу, она мукция по другой причине. По другой причине. Ну, это целый лес, что могу поделать. Что? Нет, дело в том, что там как раз не в этом дело. Дело в том, что курица, она обычно, то яйцо, которое она снесла сегодня, она обычно уже, в принципе, готова вчера. Так Гмара говорит об этом. Вот, поэтому, в принципе, то, что она появляется у меня, это уже, ну, в готовом виде, это уже, в принципе, не совсем рождение, вот. Ну, не будем ходить в эти все детали, сейчас это просто у нас мало времени на все это. Главное, что я хотел сказать, что мукция, пусть это еда, не еда, эту вещь нельзя перемещать с места на место, передвигать, и нельзя кушать, да? Трогать, опять-таки, если вы трогаете того, что может она пошевелиться, нельзя. Если вы трогаете, что она не может пошевелиться, можно. Так? Вот. Но если это самая мукция, самое, что у меня есть мукция, камень, допустим, он мешает вам добраться до еды. У вас, допустим, дети положили камень на фрукты. Хотите взять фрукты? Вы можете взять этот камень руками, убрать в сторону и добраться до яблок. Вот. По субботам такое мы не можем сделать. То есть разрешать, в том числе, перемещать мукцы, которые мне мешают, чтобы я добрался до нужной мне еды. Либо, допустим, мне нужно место. Здесь у меня лежит какая-то груда мукцы. Так, мне нужно это место расчистить, чтобы здесь поставить поднос с яблоками. Я все это могу убирать руками в том числе и поставить здесь какие-то там фрукты. Да, пожалуйста. Нет, именно для еды. Совершенно верно. Все нужно усваивать по принципу того, что мне разрешено в праздник то, что требуется для еды. Это самый главный принцип, его нужно держать в голове. Его нужно держать в голове. Так? Топ, граф Шелюи я уже сказал в отношении мукции. Теперь давайте перейдем к следующей теме. Несколько нюансов я скажу, просто дополнительно то, что мы касались. Значит, прежде всего, перенос вещей. Перенос вещей с места на место. Мы сказали с вами о том, что можно разрешать в субботу переносить вещи с места на место. Так? В праздник. Праздник. Переносить с одного владения в другое владение, даже если мы пересекаем то, что называется решут рабим, то есть какую-то трассу, на которой много людей ходит, там, знаете, типа Бродвей, там какой-то проспект так, многолюдный в Москве, допустим. Вот, либо шоссе, которое много машин ездит, да, разрешается переходить это место, когда нужно перенести что-либо, что вам нужно для праздника. Мы говорили о том, что это разрешается, когда хоть есть какая-то надобность в этом вещи. Я указал здесь, допустим, примеры, даже если вы несете книгу на русском языке, вот, а эту книгу далеко не все умеют читать. Вот, тем не менее, поскольку сама по себе идея чтения книги – это вещь, которая разрешается делать праздник, она для всех, ну, все читают так. Вот, поэтому разрешается это переносить в другое место. Или там другой пример я привел здесь тоже, это когда, допустим, кто-то приготовил острую еду. Сам не будет кушать эту еду, вот, но внесет гостям.
Вот. Казалось бы, тоже не для всех это годится, потому что не каждый такое будет кушать. Вот. Но поскольку идея еды, вот, она, в принципе, здесь остается, да, вот, поэтому, в принципе, это не запрещено. По идее, это не запрещено. Так? То есть это тоже можно переносить вещи для этой вещи. Единственное, что, когда мы переносим, допустим, вещи, которые нам нужны для нееврея. Это перенос, который совершенно никто не разрешал в праздник. Так, либо я здесь указал другой случай, который есть, что у нас здесь было еще указано. Для какого-то животного, у нас тут как раз в районе появился осел, вот, тоже нельзя переносить для животного какой-то переносить вещи, тоже это нельзя. Ну, почему это на осел? Ну, допустим, кошка, там, это собаку кого-то, да? Да. Домашние животные – это отдельная тема, это не будем сейчас касаться. Да, еще один момент. Это отдельная тема. Давайте отдельная тема, тут нужно касаться. Это отдельная тема. Единственное, что я еще насчет мукцы не забыл сказать вам. Что такое нулад? Мукцы нулад, который есть это в праздник. Мукцы нулад. Вы кушаете курицу, так? Которое есть мясо, пока в конце концов вы не добрались до костей. Кости являются такого вот вид нулад. Они как бы были порождены в праздник, потому что они раньше были закрыты, сейчас стали открыты. Другой пример, допустим, вы кушаете абрикос. Покушали абрикос, у вас там получилась эта самая косточка. Эта косточка является порожденным в праздник. Эту косточку нельзя. Она является мукцией, она становится мукцией. Так, вещи, которые появились, да, были раньше закрыты от нашего вида, так, вот, раскрылись, праздник, такого рода вещи являются мукцией. Нет, то есть вы должны обращаться с ним как с мукцией, по правилам мукции, то есть вы не можете брать руками, да, я видел человека, который это беседовал с другим человеком, он просто, руки обычно они что-то делают, должны что-то делать, он просто чуть-чуть шевелил. В сторону такого рода, там, не знаю, что там было, семечко, что-то в этом роде. Часто такое можно увидеть. Беседуют люди, просто не замечают, как это перемещают мукцию место на место. Вот. Эти вещи как раз в этот праздник, то, что она добавляется от субботы и запрещается. Хотя такая косточка вполне может быть съедобная с точки зрения... есть мукция в руке, перчатка. Секундочку, два, что? Стебят это форсек. Так. И осталась косточка в руке. В руке? Нужно ее? Сразу выкинуть? Да? Донести до мусора нет? Нет, нельзя. Клишну нахтоли исур можно, мукцы нельзя. Что? Нет, почему? Вы кушаете, у вас... Нет, пока вы кушаете, пока у вас это... У вас она сейчас... Когда вы уже дошли до самой косточки, вынули косточку, положили. Ну, так это, допустим, трасса, да? Мы сидим, кушаем, Нет. Когда у вас косточки на столе, так, на столе находятся, вы закройте их салфеткой, будет все в порядке, вот. Вы спрашиваете, неприятно, что они у вас Прежде всего, старайтесь не класть ее на тарелку, в которой у вас больше ничего, кроме не лежит. Вот. Я вынужден вас вводить сейчас в тему, которую мы не знаю. На стол положите. Потом. Нет, в чем проблема? Стол. На столе у вас есть сейчас предметы, которые разрешены. Тарелки и так далее и подобное. Так? После того, как вы уберете тарелки, так, у вас останется на столе нож. Секундочку. У вас останется это мукция и нож. Нож. Вы сворачиваете эту скатерть вместе с ножом. Подождите, а нож некоторые убирают, когда, допустим, читают приказ, а некоторые убирают нож. Хорошо, ложка. А мы их берем, не понимаем, что. Что? На скатерти, в смысле, которая не убирается? Да. Скатерть, которая не убирается. В таком случае нужно просто вам перемещать эту мукцию измененным образом. То есть вы берете, допустим, тот же самый нож, вот, тарелочку. В тарелке у вас уже лежит заранее ложка чайная. Я говорю для примера просто. То есть то, что разрешено. Вот, вы нагружаете в эту самую тарелку. Вот, и там еще. Если у вас одноразовая тарелка, то есть та, которую используют только один раз, то можно даже не класть ничего.
Вот. В нее можно положить масло? Да, потому что это, ну, эта тема называется битуль клими и хано. Вилка с костями, а я его вывести. Вилка, да, да, тарелка, вилка и кости. Вот, значит, только держите вилку, это потому что часто бывает такое, что увлекается, эта вилка тоже попадает в мусорное ведро, и потом это уже бойрер, то, что вытаскивать эту вилку из ведра. Не, ну серьезно, это вещь, которая... Бывает такое. Последний момент, который я хотел сказать, потому что не занимать ваше время слишком. В отношении, мы говорили с вами тоже, приглашать неевреев в праздник. Вот, я видел, написано от имени трех больших-больших мудрецов нашего поколения, Рав Шломо Залман Ойербах, Зихрон Враха, Рав Ляшев, Зихрон Враха, и также Бьян Цион, это один из самых крупных со стороны Минак Сфарад. Они пишут о том, что именно выходцы из бывшего Советского Союза, так, они подпадают под категорию, как правило, они подпадают под категорию тинокшинишба, то есть человек, который действительно не имел возможности приобщиться к Торе никак, вот, как правило. Вот, и поэтому это выходцы из тех самых мест разрешается их приглашать в праздник. Вот написано трех людей. Что-что? Ну, конечно, конечно. Что-что? Нет, нет, евреев, я только про них говорю. Тинокши нишба. Гой не является тинокши нишба. У него нет такой смысла. Что-что? Праздник? Категорически. Нет, они люди, но в данном случае нельзя на праздник приглашать, можно в субботу пригласить. Да, ну я говорил просто на занятии, я могу подробнее сказать потом. Вот, единственное, что это, я перепроверил этот вопрос у Рава Гольмана, он сказал, да, но есть среди даже выходцев из бывшего Советского Союза заядлые атеисты, их нельзя приглашать. Все, гуд шаббас.